Высокогорный каток Медео близ Алматы. Здесь проходил чемпионат страны по спринтерскому многоборью для женщин. В первом забеге на 500 метров стартовали Людмила Миронова, Алма-Ата, и спортсменка из Омска Вера Краснова. Краснова отлично провела бег. Она закончила дистанцию за 43,99 секунды. Это новый рекорд мира. Еще один забег на 500 метров. На ледяных дорожках Татьяна Сидорова из Челябинска и Татьяна Аверина из Горького. Результат Сидоровой 43,29 секунды. Только что установленный мировой рекорд улучшен Сидоровой на 0,7 секунды. Высокие результаты были показаны и в забегах на 1000 метров. Москвичка Людмила Фечина преодолела дистанцию за 1 минуту 29,9 секунды. Это еще один мировой рекорд, установленный на катке Медео.